Твери заключен контракт на дальнейшую реконструкцию Биржевского шоссе, которое рассчитано на 2 года. Напомню, что ранее 600-метровый участок от Затверецкого бульвара до улицы Богородицы Рождественской был расширен до 6 полос. В этом году работы продолжатся. Они пройдут на отрезке до границы города протяженностью около 2 километров 400 метров, который расширит до 4 полос. Это позволит ускорить движение автомобилей, особенно во время дачного сезона. Предварительно на объекте проведут переустройство инженерных коммуникаций. Новая дорожная одежда предусматривает укладку песчаной подстилки, основание из щебня, а также 3 слоев асфальтобетона. В завершении отцепят обочины, устроят современное освещение, обеспечат водоотвод с проезжей части. Для безопасности движения установят дорожные знаки, ограждения, а также устроят автобусные установки, тротуары и нанесут дорожную разметку.